Министр физической культуры и спорта Московской области, куратор ЦУР-Люберец Роман Терюшков посетил научно-производственное предприятие «Звезда». Совместно с главой округа Владимиром Ружицким он ознакомился с работой компании, осмотрел демонстрационный зал и спортивный комплекс. На экскурсии побывала и наша съемочная группа. Пенка стоял. Вот, летали в таком контейнере. Это первые животные, которые вернулись, просто обитали в полете. В музее научно-производственного предприятия советским собакам-космонавтам посвящена самая первая экспозиция. Следом идут скафандры Юрия Гагарина, Валентины Терешковой и Алексея Леонова. Все по хронологии космической летописи. И все это сделано именно здесь. Скафандр был достаточно простой. Тут просто подача кислорода была, и вентиляция, не более того. Люберецкая «Звезда» славится не только своими научно-техническими разработками, но и собственным спортивным комплексом. Сотрудники предприятия играют в волейбол, настольный теннис и футбол, принимают активное участие в массовых соревнованиях. Самым успешным спортсменам Роман Терюшков вручил благодарственные письма. Мы на территории Московской области хотим запустить корпоративную лигу. Мы начали эту практику корпоративной лиги еще в 2015 году, тогда у нас в ней участвовали органы государственной власти, она прошла на достаточно хорошем уровне. И сейчас наша задача вовлекать не только чиновников, не только муниципальных и государственных служащих, но и тех людей, которые работают на наших предприятиях, а их у нас огромное количество. Уже около 40 предприятий столичного региона выразили желание стать участниками корпоративной лиги. Среди них и Люберецкая «Звезда». Скоро коллектив предприятия примет участие в товарищеском матче по хоккею. Соперниками спортсменов станут команды из администрации городского округа Люберцы и правительства Московской области. Луиза Егазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.